Дерево породы липа. Итак, чей склад? Кто нас заготовил древесину? Непосредственно вы втроем, да? В чьих интересах? Начальство кого? Фамилия как у Артема? Подтверждаете, что ваш склад выготовили древесину? Да. Подтверждаете? Да. Сколько здесь примерно кубов? Ну, на ваш взгляд, сколько? Кубов 40 будет? Какая здесь порода в основном? Дуб ясень, да? Идем дальше. Волок в 5А квартал выходит в русло реки. И вот тут у нас в русле реки, вот тут заготовочка у нас так вот. Древесины. Так, заходи.